Итак, привет, ребятки, с вами я, Александр, и вы находитесь на канале «Китай в топе». У нас сегодня опять очередные посылки по бесплатному посреднику Украина. Значит, здесь у нас стекла, здесь у нас бампер для телефона. Кстати, что за бампер, я не знаю, но предположительно есть, что это там то ли для Xiaomi, то ли для чего-то там такого. Будем сейчас распаковывать, смотреть, что да как. Продавец оценил в $1 чехольчик. И тут должно быть 3 стекла, и их продавец оценил в $3, как видите. Сейчас будем распаковывать. Итак, ребятки, нас вот встречает такой бронированный чехол, но это, по всей видимости, для то ли для Xiaomi, то ли для Lenovo, не помню, там был для вариант. Ссылку я опять поищу, для чего именно этот товар, потому что по трек-номеру он мне не отслеживался. Уже буду смотреть, под что он подходит, то есть того, что я заказывал. Ссылку на товар я ставлю в описании. Переходите, ребятки, заказывайте. Так, здесь у нас что? Ага, вот у нас плюс 7 Pro. По всей видимости, для Xiaomi. По всей видимости, там сейчас. Тут у нас тактильный. Здесь пластик. Вот это пластик. Это типа прорезинка такая, резиночка такая, это пластик. Здесь у нас подставочка, то есть вы можете поставить ваш любимый телефончик, смотреть киношечку вот так вот, в таком варианте, вот так пинс встали, посмотрели. Либо же там надо, то по всей видимости вот так перекручивается, можно либо вот так поставить. Высоту уже регулировать вы можете. Ну, в принципе, туговато, но пока это еще не разношено все. Ну, посмотрим. Дальше уже человек отпишется, что да как. И почем это нам уже пока не надо. Это мы откладываем. Тут что у нас? Тут у нас 3 стекла должно быть. Ну, максимально просто упаковано, но как-то стрёмненько летит на пластик. Вроде стекла сложены. Ну, еще куча, так подозреваю, салфетки, салфетки и салфетки. Так, здесь у нас 3 стекла. Бренд уже пошел. Give, step. Так. Гайф. Гайф. Скорее всего, что вот так стеклышко раз. Вот так стеклышко два. Это, по всей видимости, все одинаково. Да? Идентичные. 3 стекла. Ну да, все 3, все одинаковые. Все, видите. Вот одно стеклышко. Hello. Это я тут сижу за. То есть есть все это рабочее, в принципе. Здесь у нас может что-то указано, я же так не вспомню. PGH-655. Не вспомню, что на что именно это. Все мне приходило, а M8 Lite, гони, вот же написано, M8 Lite, для Xiaomi Mi 8 Lite, есть, значит, такая вещь. Ссылки, я говорю, оставлю в описании на все товары, переходите, заказывайте сами, если будете сами заказывать, если по Украине кому ломать, разбираться, как заказывать, чего почем, пишите в директ, в группе ВК, заказываем нужный вам товар, лосики ставим на канал, подписываемся, колокольчик тоже жмакаем, вот тут находится колокольчик рядом с кнопочкой подписаться, чтобы получать своевременное уведомление. С вами был я, Александр, и находились на канале Китай в топе.